Домашний уют с риском для жизни. Прокуратура Приволжского района в судебном порядке требует от администрации того же района исполнить условия муниципального контракта и принять меры по устранению недостатков, допущенных при строительстве дома 22А по улице Фурманова. Объект был возведен по программе переселения граждан из аварийного жилья. Дом введен в эксплуатацию. Проверку надзорный орган провел в январе с привлечением специалистов. И вот некоторые детали. В проходе лестничной площадки наблюдается несквозная выбоина бетонного основания пола первого этажа. Обрушилась арматура. В результате монолитный железобетонный участок превратился в бетонный участок без арматуры. Опасный пол, который может в любой момент обрушиться, находится как раз перед почтовыми ящиками. Кроме того, дом построен с грубыми нарушениями требований противопожарной безопасности. По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в Приволжский районный суд направлено исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц к администрации Приволжского муниципального района об обязании исполнить условия муниципального контракта, обеспечить надлежащий контроль за выполнением подрядчиком всего объема работ по контракту, принять меры к устранению недостатков, допущенных при строительстве дома 22А по улице Фурманова города Приволжск, КОО «Связь проект Строй» об обязании в срок до 1 августа 2018 года произвести все действия и работы, предусмотренные муниципальным контрактом.